Значит, на льду у нас на заключительной программе триллер. Ужас. Музыка, выбор Ромы. Расскажи, Ром, что это за музыка? Одна из вещей Эннио Морриконе. Немножко такая, скажем, жути нагоняет. Да, жути нагоняет, поэтому и номер будет жутковатый, если удастся. Поэтому такой чисто новогодний. Вот начали с правой. Раз, два, три. Эльб, насади, ну ноги так вот не ездят они, ты понимаешь? Они вместе стоят и вот так просто по прямой делают. Я, знаете, я конечки и вообще лед так полюбила, что... Сейчас вот там возле ГУМа открылся же каток. Я хочу туда с подругами пойти, тепленько одеться. Они ж чайники не умеют кататься, я их буду учить. Ну и вообще, то есть, я почувствую себя Костомаровым, называется. Для них, ой, вот нога там намялась, болит, и что? То есть все, вообще пустые звуки. Конечно, разный подход к тренировкам, репетициям, так скажем. У нас-то репетиции там подход. Нет настроения, над тобой будут бегать там тысячи режиссеров или, как говорится, и махать перед тобой, пока ты придешь в себя и похорошеешь настроение. Потому что ты, если в кадре актриса или певица без настроения, значит, она же не снимется. Тут почкам, чтобы быстро. Тут махать будет чехлом. Ну, как-то так. Сати Казанова и Роман Костомаров. Музыка великого итальянца Эннио Морриконе. Thank you.
Завораживающее выступление. Все-таки Роман Костомаров фантастический. И не только спортсмен, но и артист. Вы посмотрите, что он натворил сегодня. Каждое движение доведено до совершенства. Каждый штришок играет. Потрясающий партнер. Конечно, Сате с ним очень повезло. И она сегодня была ему под стать. Тяжелая тема, но как же интересно раскрыто, подано. Даже выражение лиц у танцующей пары было соответствующее содержанию той истории, которую они на льду рассказывали. Так это было, вот затаив дыхание от начала и до конца. И элементы-то технически сложные. Посмотрите, вот там была поддержка, когда Сати была на плечах у Романа. Очень красивая постановка. Молодчина, Ром. Все классно сделали, прям почиталось. Замечательно. Ну, все классно. На поддержку чуть неудобно. Низковато взял, да, на поддержку в конце? Чуть-чуть. Ага, чуть-чуть неудобно. Ну, молодцы, хорошо. Сати Казанова, Роман Костомаров, Россия, оценки за технику. Все 6-0, средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0, средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Саша, как тебе этот предновогодний триллер? Ну, то, что сейчас было, ух, это такой версия Вия. И, в общем, это была почти паночка, которая вдруг ожила. И, ну, я не знаю, что это было, но глаз оторвать невозможно было. И перевести дыхание. Конечно, очень красивые элементы, которые я вообще такого количества вот новых элементов не видел. Просто отличный номер. Роман, ты молодец, это вообще не обсуждается. Ты знаешь и мое отношение к тебе. Но, Сати, ты просто превзошла саму себя. Ты умница. Потрясающий номер. Дим! Не жалко, Сати, ты не испугался? Я вот смотрел и думаю, какой же подлец, такую девушку задушил. Я понял этот номер иначе. Я был убежден, что этот номер будет понятен всем, у кого зимой хоть раз отключали горячую воду. И вот я на этом как-то построил свою логику. Колдовской номер, сказал бы я. Блестящий номер. Ребята... Дим, подожди, Дим. Ну что? Про горячую воду я не понял. А Роман тогда кого играл? Сантехника, который возится с хозяйкой? А если бы потушили свет, Саша, мы бы увидели продолжение этой романтичной истории. Приходит сантехник домой, а дальше... Сантехник не только подогрел холодную воду, но и оживил покойницу, да? Точно. Вот такую вот историю, Марат, прочли мы сегодня на льду, благодаря Сати и Роману. Да, с Новым годом вас и нас, видимо, тоже, и, видимо, телезрителей. Скажите мне, пожалуйста, как это такое могло случиться? В финале вам захотелось триллеров, так? Это, знаете, наверное, музыка продиктовала. Ее предложил Рома, она реально магическая, в ней что-то есть такое удивительно притягивающий, что-то банальное, какую-то любовную историю, что-то это все было бы не так. И гениальный Игорь Шуляк придумал идею. И спасибо Саше Жулину, который поставил нам вот именно все эти элементы движения, которые как нельзя лучше передали ту самую идею. Мы надеемся, что никого не расстроили тем, что это не было. Нет, что вы, насмешили. Я думаю, что если бы здесь в зале были психологи, они бы разобрали бы эту ситуацию. Ведь правда, Ром, скажи, пожалуйста, ведь я так понимаю, что весь проект был ужасом и финальной точкой, так придушить немножечко Сатишу, чтобы помнила меня. Спасибо еще раз Игорю Аршалюку, что воплотилась моя мечта. Нет, действительно, спасибо большое. Замечательный номер, естественно. Пусть он такой драматический, но под эту музыку сложно было сделать что-то другое. И вот при этой вот трагедии, да, мурашки идут по телу, и действительно в кайф кататься. Ну, в общем так, если любит, если бьет, значит любит, а если душит, значит просто жить без нее не может. Спасибо вам большое. Удачи вам. С наступающим! Спасибо.